человеческих кодов называется тантра. Сейчас объясню, что это такое. Вот это влияние называется янтра. И вот это влияние называется мантра. Траяте – освобождаю. Тантра – это вот эти три кода. Считается, что между людьми должны быть правила, предписания, соглашения, договоры и так далее. Да? То есть мы договариваемся определенным образом, мы соблюдаем какие-то заповеди, то есть у нас должны быть законы. То есть тут защита идет через закон. Вот здесь защита идет. Считается, что человека нужно создать комфорт и нужно как можно меньше, чтобы люди соприкасались друг к другу, чтобы как можно было больше всего механизировано. А наш век называется еще янтра-юга. Янтра в переводе механизм, машина. То есть янтра это говорит, 5000 лет тому назад мудрецы говорили, настанут времена, когда люди будут двигаться на машинах, разговаривать друг к другу при помощи механизмов, и в их груди будет биться механическое сердце, которое не будет знать сострадания и любви. Это то, что сейчас мы видим. Да? Все несутся на каких-то автомобилях, какие-то пробки, да? То есть все кругом механизировано, мы на пульт, не дай бог, пульт не работает. Человек сразу выходит из себя. В Индии я обратила внимание. То есть там машины столкнулись, они вышли, посмотрели, и так карма. Сели в машину и поехали. Но подумать только, если ваш автомобиль, ну как бы вы его прям холите или лелеете, или приведи, Господи, там какая-то маленькая вмятина. Это не вмятина в автомобиле, это как будто у вас вмятина. Правда же? То есть мы настолько себя начали ассоциировать со всеми механизмами и так далее, это очень удивительная вещь. Мы за этот механизм мы прибьем этого человека. Нам личность все равно. Нас сосредотачивает на машинах. То есть на всех машинах, вот все, что механическое есть вокруг меня, это очень важно. Теперь говорят, лучше вообще рожать, ну то есть... Суррогатная мать, а что, у вас фигура красивая, правда? Пусть она выносит. Это тоже механизм. Понимаете? Пробирки. Вот все механистическое. Это вот влияние как раз-таки янтры. У нас в Астане умные дома. Там просто на одну кнопку нажимаешь, там у тебя все раздвигается, задвигается и так далее. То есть просто человек может сидеть, ничего не делать, просто кнопки передвигать. К вам тут же приедет машина, вас накормят, напоят, принесут все, унесут. Это все вот я... А здесь мантра. Ман – это сознание. То есть освобождение идет при помощи сознания. Это совершенно другое влияние. Поэтому мантра – это тогда, когда мы относимся ко Вселенной, как к живому. Мы понимаем, что за этим стоит высший разум. Мы понимаем, что в каждом человеке в сердце Бог. Это принцип мантры. Принцип мантры тоже ну, как бы основывается на тантре. То есть человек должен сначала научиться выполнять законы. Потому что если я просто хочу, я иду в религию или куда угодно, мантры повторяю и так далее, но просто не плевать на мою семью. Вот это об этом. Есть такой проповедник, который мне подскажет, если что. Вот. Поэтому, если эти разделяют и властвуют, они называются властители мира, то вот эти называются хранители мира. Они объединяют, скрепляют. И скажите, пожалуйста, если вы встречаетесь вот с таким человеком, будучи маргиналом, куда он вас поведет? То есть какой ваш маршрут будет следующий? В семью совершенно. Вы не можете перескочить. Это невозможно. То есть нам нужно научиться строить семейные отношения. И там будет аскетично. Потому что маргинал, он уже привык. Но если есть вот это влияние, да, то у него сердце становится отогрето.
То есть ему нужно согреть сердце обязательно. Не просто догмы, ты должен, ты обязан и так далее. Нет, он должен почувствовать тепло от кого-то. Этих он ведет сюда, выше. А этих он говорит, что все едино. Бог – это любовь. И мы любим одного и того же Бога. И если вы его хвалите и называете его 99 именами Аллаха, я радуюсь вместе с вами. Если вы воспеваете Иисусову молитву, я радуюсь вместе с вами. Вообще то, что вы обращаетесь к Богу, это как прекрасно. Потому что мы, в конце концов, здесь, в школе взаимоотношений. И мы учимся взаимоотношениям, потому что духовные планеты – это планеты любви, а эта планета – это школа.